Легкий способ бросить курить. Не давай табачным компаниям набивать себе карманы. Бросай курить, бросай. Жми на ссылку в описании. Да, ребята, рассоединение произошло по той простой причине, что, то есть, у меня там установлен был лимит по трафику, вот, и я сегодня около гигабайта уже сжег, поэтому пришлось увеличить лимит, и я еще все здесь. А что там у них на радио крутят? Ну, ты сейчас слышал, да, это именно радио. Слышал. Связь дерьмо, да. Потому что у меня оператор такой не самый крутой. Что делать в Майами? Работать, отдыхать. Красиво возле Макдональдса. Кстати, да, что-то протупил. Можно куда-нибудь перепарковаться, там вроде был Starbucks. И я так часто курю, потому что я веду трансляцию, и она называется «Курение убивает», и поэтому я так часто курю. Вы знаете, почему так часто курят в кино? Потому что курение – это какое-то движение, однозначно. Можно молчать, ничего не говорить и курить. Варианты с чем? Работы есть. Я жду, как бы должны позвонить, на днях я выйду на работу. В каком самом необычном месте у тебя был секс? У меня не было необычного секса в необычных местах. Как бы это всегда, ну, была чья-то территория, либо моя, либо девушка. Да. Ну мы как бы всегда принимаем все песни с Запада. Чё, Сиги, Мальборо, фотка. Капитан Блэк нет. Из сигарил мне нравится Аль Капоне. Ну ты шмалишь, да. Все, это последнее. Всего осталось 5. Денег 70 тысяч примерно. Одну за другой. Да, парламент возможно. Данил Морозов, привет всем. По-любому последний, ага. Нет, ну не последний, наверное, сегодня. Ребята, я не думаю, что я брошу курить. Я думаю, что как бы в какой-то момент я проснусь утром. Это будет один из дней Майами, и как бы я пойму, что мне нужно ехать на работу, и что сигареты меня напрягают, и что я не могу курить, потому что я занят, и не буду курить. Надеюсь, что это будет. Как-то это один раз сработало на целый год практически. Так что, да. У меня с языком не очень. Обещать бросить. Мне кажется, я уже обещал. 70 тысяч рублей. Билет стоил 15. Виза стоила 14. И да, примерно 70 было с собой. Но это смотри. То есть у меня, то есть, денег практически не было наличных своих. Да. Ты лагаешь. Потому что интернет говно, я согласен. Денег не было практически наличных. Ибо, да, я нищеброд, и я уже потратил тогда деньги в Европе, я долго не работал, и у меня был кредитный лимит по карте, и я за счет него купил билеты, но из-за того, что, ну, я поработал в Нью-Йорке, заработал больше 1000, я закрыл кредит, мне увеличили кредитный лимит, и на эти деньги я купил тачку, вот, и теперь живу в ней. Такие дела. Вот. Ладно, ребята, в общем, я погнал. Я, наверное, запущу еще трансляцию попозже. Вот, приеду домой, опять поужинаю. Да, надо было дом на колесах брать. Да, но он дорогой. Да, я ночую в тачке. Ну, как бы у меня есть там душ, кухня, вся фигня. Ну, не в тачке, не на пассажирском сиденье в доме. У чувака, у которого я паркуюсь во дворе.
Бля, чувак, удачи всем. Спасибо, спасибо, спасибо. Да. Не забудьте подписаться и посмотреть видос, который на страничке в группе ВКонтакте. Сестра будет рада. Спасибо. Спасибо, давайте. Вам тоже удачи. Спасибо за комментарии, за лайки. Я сливаюсь. Да, пока, ребята, пока.